Турнир по дзюдо среди спортсменов 2002-2009 годов рождения стал для Одинцовского района первым в истории. Его, как и ряд других майских соревнований по спортивным единоборствам, посвятили 70-летию Победы. Участие в открытии приняли ветераны Великой Отечественной войны. Май для нашего района ежегодно становится своеобразным месячником боевых искусств, старт которому был дан почти месяц назад. Он начался еще 26 апреля здесь, в АГИ, турниром, даже фестивалем, да, единоборств, в котором представлены были практически все единоборства, которые культивируются у нас в Одинцово. И эти выходные у нас получились вообще насыщенные единоборствами, потому что сегодня, в субботу, проходит два турнира. Это в волейбольном центре проходит турнир по дзюдо, и сегодня здесь турнир по боксу. А завтра пройдет традиционное первенство на призы мэра города по армейскому рукопашному бою в волейбольном центре. Несмотря на то, что в турнире по дзюдо участвовали юные и очень юные спортсмены, поединки даже на стадии отборочного этапа были яркими и зрелищными. А эмоции зрительного зала и групп поддержки били через край. Одновременно с дзюдо в спортивном комплексе Одинцовского гуманитарного института проходили боксерские бои 8-й традиционной матчевой встречи «Мемориал памяти заслуженного тренера России Александра Григорьева». На ринг в общей сложности вышло около 40 спортсменов из Одинцова, Дмитрова, Луховиц, Королева, Подольска. Здесь проверяли готовность ребят 2003 года рождения к большим соревнованиям. О силе не идет речь, наверное, потому что даже официальный зачет начинается в 2002 год на первенстве Московской области. А на следующий год они будут себя проверять уже на первенстве Московской области, Центрального федерального округа. Ну и кому повезет, попадут на первенство России. В этом возрасте, ну, они занимаются кто полгода, кто год, кто два, но не больше. Здесь ближайший резерв, здесь больше опыт, наверное, опыт, приобретение опыта и боевой практики. Заслуженный тренер России Александр Григорьев, в памяти которого посвящен турнир, основатель Одинцовской школы бокса, энтузиаст, много сделавший для развития этого вида спорта. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».